Ну что, думали, что все, и квест Yesterday пройден на 100%? На это и был расчет, дорогие друзья, но нет, есть еще четвертая и секретная концовка в этой игре, которую я приберег для вас и покажу в 10-й части. Итак, чтобы получить секретную концовку, нам нужно попасть вот на эту локацию, это церковь Святого Фергюса, и найти здесь секретный предмет. Он может появиться в 5 рандомных местах и всякий раз появляется случайно. Это батарейки. Давайте осмотрим это место, эти места, потому что не всегда он отчетливо выделяется. Итак, ищем. Предмет может появиться здесь, вот, в этот раз он появился здесь, смотрите. Его практически невозможно заметить. И это... Откуда здесь эти 4 батарейки? На вершине-то горы. Откуда? Берем. Ты все-таки берешь батарейки, хотя они долго пролежали под открытым небом и могли испортиться. Значит, где он еще может появиться? Здесь. О, еще можно осмотреть. Так. Откуда? Ты все-таки... Что, можно много понабирать? Комментария нет. Ух ты, это может так себе инвентарь забагать. Откуда? А вот этого я не знал. Ты все-таки Да, друзья, посмотрите, у меня уже 3 батарейки. Ну вот так, ладно, забагуем инвентарь, можно набирать много. Значит, они могут быть здесь. Они могут быть на вот этой широкой тропе. Они могут быть вот тут на камне. Они могут быть вот тут на камне. И вот тут, по-моему. Ну, на каком-то из вот этих, по-моему, выступов. Вот 5 мест. И в каком-то из них в вашем прохождении батарейки будут появляться. Они как раз нужны, чтобы, помните, там был поэт боли? Я не случайно задавал вопрос, зачем его там поставили. Нужны для того, чтобы активировать поэта боли. Ну и что это принесет, я вам сейчас покажу. И вот мы снова здесь, в тайном святилище. Давайте посмотрим секретную концовку. Чок, бродяга. Мигель де Каст, Джонули. Это мы все знаем. Берем наши батарейки, они почему-то вообще стали... Ага. Эти стали неактивными, а эти перенеслись в конец. И вставляем их в поэта боли. Его походка неповторима. Поэт, поэт. А? Ты сделал больно поэту. Новые страдания для новых стихов. Ты новенький в Пендула, да? Меня зовут Брайан. Брайан Баску. Я от этих придурков здорово натерпелся. Они отняли у меня девушку, отрезали голову, даже сбросили с крыши. Однажды даже не довели дело до конца. Середина сцены, самая апогея, а тут на тебе! И это, друзья, отсылка к прекрасному квесту Runaway от Пендула. К слову, он также... Музыка, кстати. А тебе нравятся компьютерные игры? Ну так. Есть одна старая, но клевая. Planescape Torment. А мне вот, например, нравятся игрушки про оккультизм. Всякие темные дела, заговоры. Ну кто бы мог подумать, правда? Вот в нее я, кстати, не играл. Ну а если вы еще квест Runaway не посмотрели, он есть на канале и ждет вас. Вот так вот, друзья. Такой есть еще четвертый секретный конец в игре Yesterday. На этом точно все. Спасибо еще раз всем, кто был со мной на этом прохождении. Скажу лишь, что если вы смотрите прохождение игр, то смотрите их там, где они пройдены полностью. То есть на 100%. Еще увидимся.